сьогодні останній путь Миколая Васильевича Багрова. Это мой коллега, был мой коллега, первый председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым, человек, который внес колоссальный вклад в создание и развитие нашей республики. Именно с его именем связано, что мы название республики, принятие первой конституции, проведение и организация первого референдума, все то, что легло в основу уже второго референдума, так называемой Крымской весны. Человек, который внес громаднейший вклад в развитие, сохранение и развитие университета. Человек, к которому я относился лично очень хорошо, могу даже сказать, что у меня с ним были давние приятельские отношения. Меня всегда в нем поражало природный ум, мудрость, та, которая еще была свойственна руководителям того поколения. Это всего того, чего сегодня очень многим в нашей жизни не хватает. Мы очень скорбим по его утрате. Примите мои соболезнования, родные и близкие, по поводу такой невосполнимой утраты. Светлая память ему и вечный покой. Дорогие друзья, коллеги, уважаемая Людмила Александровна, Галина, Андрей, родственники, сегодня необычный, тяжелый, сложный для Крыма день. Мы провожаем истинного крымчанина, человека с большой буквы, и не просто академика, не просто профессора, не просто доктора наук, преподавателя, а настоящего учителя с большой буквы. Мы провожаем человека, который сделал для Крыма в сложнейшее время очень много, сохранил мир, покой в нашей автономии. И не только герб и конституцию, он еще и гимн, и флаг, и все атрибуты власти крымские при нем были сделаны. Дорогой Николай Васильевич, мы все глубоко скорбим. И хочу, чтобы память о Николае Васильевиче в делах претворялась в Крыму, теми, кто сегодня живет, кто завтра будет жить. Потому что этот человек, как никто, сделал не на словах, а на деле. Для Крыма очень много, а для университета Таврического необыкновенно много. Пусть земля вам, Николай Васильевич, будет пухом. Для меня сегодня очень тяжелый день. Я провожаю последний путь человека, которого я знаю более 40 лет, но сегодня провожаю не я один, провожает весь Крым, скорбит весь Крым, скорбят все крымчане, потому что ушел истинный патриарх. Патриарх в политике, патриарх в науке, патриарх в человеческих отношениях. Оставим за собой просто неизгладимый след. И в политике, и, конечно, в его детище, в Таврическом национальном университете, как Николай Васильевич стал ректором Таврического национального университета, конечно, университет поднялся с колен. Были созданы новые кафедры, новые направления, открыты новые факультеты, создан при его непосредственном руководстве и участии ботанический сад. Я советовался со своими коллегами, мы приняли такое решение, что ботанический сад должен быть имени Николая Васильевича Багрова. На ближайшем ученом совете это решение будет утверждено. Мы скорбим и помним о Николае Васильевиче. Уважаемый, дорогой, любимый Николай Васильевич, именно так. Ваш опыт, ваш труд, ваша жизнерадостность никогда не будут в прошлом, никогда не будут в прошедшем времени. Потому что для образования Крыма вы образ, символ человека, который настоящий человек, честный человек. Человек, который умел сам решать поставленные задачи и добиваться целей. И учил этому своих студентов
и своих коллег. Ваша жизнь каждый день доказывала и учила нас, как нужно жить и работать, чтобы приносить пользу людям и пользу Родине. Вклад Николая Васильевича в развитие Таврического национального университета не имеет аналогов. И это никому и никогда не повторить. Переходный период в Республике Крым с точки зрения образования тоже проходит непросто. И здесь Николай Васильевич не был в стороне, а возглавил систематизацию высшего образования в Республике Крым. Тяжело говорить, тяжело осознавать жизнь без вас, без ваших советов, без вашей улыбки. Вечная память вам, Николай Васильевич, от всех детей, от всех студентов, от всего образования. И искренне глубокие соболезнования, прежде всего, вам, родные и близкие.